Всем привет! Вы на канале Анна и Туб. Сегодня у нас челлендж. Котофейка накупила нас разных сладостей. Правда, мы уже много чего съели. Вот она рядом со мной. Две такие штучки, а мы с Лобби съели. Да, у нас было таких три штучки. Мы с ней съели, и она доедает. Покажи. Знакомьтесь, это моя сестра Ева. Она очень часто будет присутствовать в моих видео, поскольку она моя родная сестренка, и с ней надо тоже уже начинать снимать видео. У нас челлендж. То есть у нас не очень, конечно, много сладостей, но мы надеемся, что кто-нибудь из этого получится. Я еще хочу добавить сюда печенье для интереса разных. Бублики и еще печенье. А так, давай на свой фа тогда. Так, кстати, вот, например, Котофейка мне, например, дает маршмеллоу. То, что я съем и угадаю. Она закрытыми глазами должна. Да, и этот, то она тоже должна попробовать, да? Скажи привет ей вот так вот. Чтобы ты не шуршала, например, вот я закрытыми глазами, будешь шуршать и открывать маршмеллоу. Я пойму, что это оно. Поэтому давайте с самого начала все разрежем. Просто Ева все заберет. Обратно. Я не могу заблудить, Маша. Давай, посмейся, Ев. Боже мой. Я уже включила видео. Мы тут балуемся, пока я открываю тут сладости. Ева в раю. Она еще никогда серьезно столько сладостей не видела. Так. Сейчас мы открываем леденец и готово. Одна проблемка. У нас тут вот этот вот леденец, он сломался. Ну, мне кажется, Котофейке будет легче, потому что она мне сразу вроде засунет. И эта часть сломалась. И это сломай. Как скажете. У нас будет этот скидос. Так, начинаем. Давай. Короче, скидос со вкусом колы попался. На суефа. Суефа. Суефа, суефа, суефа. Котофейка первая. Так, давай, закрывай глаза. Серьезно. Так, рот открой. Скитл. Конечно, маленький. Открывай глаза, ты угадала, молодец. Так, теперь моя очередь. Ну, это получается вот эти вот палочки, потому что я по вкусу узнала и по форме, потому что у нас единственные такие маленькие, выбор у нас, конечно, небольшой. Еще, кстати, Кать, ты не забыла? У нас есть печеньки, даже хлеб можно всякие. Да ладно. Так. Она тут ест. Все. Мармеладку будешь? Нет, котику. Котика, это конфетка. Не воруй. Ладно. Этот, как там? Жулик, не воруй. Да, жулик, не воруй. Я сижу. Нет, жулик уже может воровать. Прячем. Так, все. Закрывай глаза. Давай, открывай рот. Сейчас дожью. Маршмеллоу. О, у нас еще один день на палочке появился. Маршмеллоу. Угадала. Какой вкусный. Капец, у меня в рту и скитлс. И палка. Ты пошла, да? Наелась и пошла, да? Пока. Она уходит. Не уходи! Нет! Она со скидосом! Ой, она, кажется, обиделась. Закрывай глаза! Скажи, когда закрывать. Открывай рот.
Чё? Спалилась. Это как классно. Да, а как ты узнала? Она убрала шоколадку. Так. Конечно же, догадаюсь, что сразу то, что из-за того, что я укусила, она увидит то, что я укусила. Я не смотрю на это, я по вкусу угадываю. Чего у тебя в руках? Ау! Чуть пониже отпустись. Все камеры не видно. Рот открой. Открой глаза. Чтобы удобнее доставать было и без пары, но я еще хлебушек достану. Я одну единственную печеньку. Все, закрывай туда. Открывай рот. Это за печенька? Это за печенька, которая вот шоколад сверху был. Шоколад. Слушай, они не такая ли? Да, такая. Я следующая. Скажешь, когда открывать? Ой. Большая пауза. Чаппи Банни. Боже, где? А где этот Скитлз? Вот он. Попробуй маршмеллоу с Скитлзом. Ужасное сочетание. Это моя мама фейса. По-моему, нормально. Всё, давай. Давай, ложи мне в рот. Это шоколадка, которая полита шоколадом и внутри клубничный джем. Да, вот она, кстати. Так, хлеб еще никто не использовал. Вот шоколадки у нас целые такие. Вот, кстати, печеньки очень целые. Не целые. Маршмеллоу мы еще друг друга ни разу не ложили. Маршмеллоу мы ложили? А, ложили. И вот такие еще какая-то печенька у нас есть. Да ладно. О. Еще одна? Капец, мы уже 8 минут снимали. У меня сейчас память кончится. На телефоне. Вы не подумайте. Так, все, теперь закрывай глаза. Закрывай глаза. Ау! Девушек! Ушли! Я на секундочку поверну камеру, посмотрите, какая у нас там богиня едет. Меня не видно. Ой. Я богиня видно. Ау. Вы не подумайте, что у нас плохая мебель. Это временно. Нам уже очень скоро придет нормальная мебель. Так, кто кому ложит? Ты мне, да? Да. Шире открой. Там слишком сюда смотри. Шире открой. Ой. Я кусаюсь. Я думаю, что это... Не знаю, как называется, но вот это вот печенька. Овсяная печенька. Да, овсяная печенька. Ноль три скорая, мне сегодня смертельно здорово. Мне головой прострелила голову. Не ищи на земле рай, влюбись и страдай. Мы начинаем. Ой, продолжаем. Пардон, ошиблась. Так, кто кому ложит? Ты мне, да? Нет. Я тебе ложу. Ты да. Закрывай глаза, пошли, открывай рот. Подожди, дожую конфетку. Она упала.
Какой? Белый. Белый твикс. Йоу. Ой. Он влип! Кать, я гений. Ну не совсем, правда. Мне он не очень понравился, так что больше мне его не давай. Так, все, теперь я. Это? Вот это. Да. Ксюшка. Ты мой канал опозоришь, котфейка. Теперь я тебе открою рот. Закрываю глаза. Ой, простите. Простите, пожалуйста. Мы продолжаем. Только мы ложим. Ты мне. Я тебе. Ты мне. Блин. А ладно, 15% нам еще намного хватит. Закрывай глаза. Шире открывай. Открывай. Я тебе! Ева. Свинка. Какая. Сердечко. Да. Моя! Моя гада! Не пугай зрителя. Ням-ням-ням. Видите, это хуй. На тихо-тихо, не ругайся. Еще на минуту, кажется, осталось. А я, мои пальцы! Пардон. Так, скорее снимай. Так, кто кому? Я тебе, закрывай глаза. Еще? Скитлс, да? Это Скитлс, это почему? Молодец. Мы Скитлс тайком подъедаем. Без обид. Широко открывай. Кстати, мы маршмеллоу даже не ели. Ели. Маршмеллоу! И еще. Скитлс? Да. Ну что же, задача... У нас 4 Скитлса осталось. Уже 3. Нет, да. Не ешь. Наш челлендж. У нас осталось несколько секунд. Быстрей, открой рот, закрой рот. Ааа! Мне кажется, ты там сам вылетела. Она подула. Замечательно. Я выдула все микробы. Она все микробы дула. Ты мой канал позоришь. Смешно ей. Кажется. По две будем ложить.